На Камчатке из-за метели отменили занятия в школах. Работа аэропорта Петропавловск-Камчатский уже восстановлена. Из-за снегопада ночью там было закрыто сообщение на время расчистки взлетно-посадочных полос. Влияние мощного циклона регион ощутил накануне. Он принес снегопад и сильный ветер. В горных районах предупреждают о возможных сходах снежных лавин. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Влияние тихоокеанского циклона, по прогнозу метеорологов, продлится до 2 марта. На полуострове продолжает действовать лавинная опасность. Жителям края рекомендовано воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Также рекомендуем населению на время действия непогоды принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим. А лучше минимально возможную скорость в городе и на дорогах за пределами населенных пунктов. Будьте внимательны и осторожны. Из-за пурги снижается расстояние прямой видимости объектов, вследствие чего повышается вероятность аварий и несчастных случаев.